Директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова рассказывает, этого спектакля не было бы, если бы в труппу не пришла концертмейстер, педагог по вокалу Анна Добротворцева. Театр с ней сотрудничает уже несколько лет. Она ставила «Кавказский меловой круг», спектакли «Чужая жена» и «Иллюзии». Теперь, когда Добротворцева оказалась в штате, у нее появилось больше возможностей распевать актеров, заниматься с ними вокалом. Так появилась постановка по мотивам творчества Эльдара Рязанова. Мы все знаем и любим его фильмы, но мало кто знает его поэзию. Поэзия у него была лирическая, философская, отчасти даже грустная, как он сам шутил, что весь свой юмор я растратил в кино. Хочется светлого, тонкого, нежного. В названии постановки используются цитаты из стихов Рязанова. Спектакль был поставлен в прошлом году к юбилею знаменитого режиссера. Потом его доработали, и сегодня он предстал перед публикой в обновленном виде. В зале члены общественных организаций Самары, люди с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль музыкальный, очень жизнеутверждающий, очень светлый. И артисты, которые будут выступать, молодые артисты, музыкальные артисты, то есть это будет праздник. Я считаю, что подарок, который делает театр нашим зрителям, это очень хороший подарок. Для людей с ограниченными возможностями каждый такой выход – это по-настоящему великое событие и праздник. И благодаря таким социальным партнерам, как театр «Самарская площадь», жизнь людей становится наполненной яркими культурными событиями и радостным содержанием. Спектакль войдет в постоянный репертуар театра, увидеть его смогут все желающие. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.